Так. Че надо от меня? А чё? Много чего надо. Здравствуйте. Здрасте. Так, на чем мы здесь остановились-то? Это мышка лежит. Да я вот тоже на нее посмотрел, мышка по проводу идет и приходит. Нет, не мышка, это не мышка, это какой-то типа выключатель, не знаю, вилка, наверное. А от чего он вообще? Я не понимаю, где второй этот конец, куда он уходит. Это может быть типа кнопка для того, чтобы презентажки показывать на Монике, которую он разбил. Может быть. Вот он ублюдок. Почему ты одет? Так уже одежду. Так, ну что? Он смотрит на меня как на говно. Ты бы на себя посмотрела, как ты там скакала сейчас. Знаешь, как это выглядело? Смотри. Ну и зачем ты в куст залез? Вот. Сядь, присядь. Ты реально выглядишь как будто... Ой, бля. Сделай скриншот. Да, ладно, все сделал. Странно, реально, как будто ты на толчке сидишь. Да вот ты так же там скакала. Бахмакля. Сейчас, стой, стой. Не шевелись. Все, я тоже скриншот сделал. Все, пойдем. Так, надо найти с тобой уединенное место. Это... Нет, это основное задание. Подожди. Побочное, давай... Найдем бинокль. Пойдем. А нет, это вниз. Чай хочу. А подожди, а там что за задание какое-то? Где? Где? Трущобы. Трущобы? Ой, мне надо забрать у него награду. Можно мне награду мою? Мне нарисована награда, но он мне не отдает ее. А мне она У меня вот нарисовано, что здесь награда. Странно. И я не могу ее забрать. Ой, я сейчас этому чуваку НПЧС доставлю. Я ему тоже на 60 тысяч доставила. Фига себе, я на 36 что-то. Да? Я опять забыл. На английском играю. То есть на русском. Ну ладно. Блейк. Hey, have you seen that house with the red smoke pouring out of it? If Rise's people spot it, they're gonna come knocking on his door. Someone ought to warn him. I've got enough trouble right now, but I'll think about it. Это не тот знакомый. Это не тот дом, мимо которого мы пробегали, из которого типа валил красный дым, но мы такие типа. Я не знаю. А где бинокль? То есть, а где задание на карте? Я не вижу его. Ладно, сейчас почитаю.
Чтобы наблюдать за кусками... кусаками с безопасного расстояния, нам нужен бинокль. К сожалению, последний взял Куми, отправляясь в бухту в тот трагический день. Если найдете бинокль, просьба подать его Сантьяго. Награда. По скрипту. Ищите на возвышениях. Антенные вышки, крыши, разведчики обычно наблюдают именно оттуда. Ага. Короче, это попутное так. Давай, короче, тогда этот газ. Газ? Ну вон, полный газ. Давай. Там здесь, кстати, вниз, если пойти по карте, там вот есть восклицательный знак, можно у Дерека взять квест. Туда. Ну пойдем. Не в ту сторону, да ладно. Ой, кушает. Не в то? Я сметку поставил. Что там у тебя? Ничего. Фига себе, просто взял его из канализации? Ну да, ты как хотел. Взял, вылез из канализации. Можно прыгать с любой высоты? Ну да, я когда с огромной высоты падала, вроде ничего не было. Так, а вообще куда я пошла? Мим пробежал. Я... да. Я тоже. А, здесь можно так просто. Я не могу, он у меня отпрыгивает и все. Я не могу, он у меня отпрыгивает, отталкивается, блядь, и отпрыгивает. Как ты залез? Скажи мне. Сейчас, как еще раз. Вывешивает. Подожди, а как я-то залез? Не знаю, ты просто взял, залез. Да, вот, смотри, повторить не могу. Я еще такую... Зажми shift. Shift зажми. Может быть, я просто как бы бежал, типа... Shift зажми. С шифтом надо это делать. Ну... У меня был за... Шифтом и пробелом. Удерживай shift и пробел. Ну, не знаю как. Второй раз у меня не получилось повторить. Rice's people are everywhere. I just saw some of them in the tunnel near the lake. Couldn't tell exactly what they were doing. But they looked pretty busy. Че, и все, что ты это нам сказал, просто сказал все? Да. Ну ладно, мы тогда побежали дальше. Не, нужно научиться эту фигню делать, как казалось, залезать. Ну, shift и пробил, держим, смотри. Ну-ка. Я же говорю тебе, удерживаешь. Блин, я просто уже 500 раз так залезла. Вот я удерживаю shift и пробел. Ну, shift, пробел, вперед. Удерживаешь shift, пробел и вперед. Три кнопки. Вот. Ну, я хз. Странно. Вообще не понимаю, как у меня так получилось. Ну, смотри, как я делаю. Сейчас. Но главное, блин, назад не нажимать, потому что он отлетает. Вот смотри. Я сначала нажимаю shift, потом удерживаю. Не отпускаю, просто все три кнопки я удерживаю. Сначала shift, потом вперед, потом подпрыгиваю. И все это вместе удерживаю. То есть подпрыгиваю пробелом, я его не отпускаю, я его удерживаю. Нет, у меня так не получилось. Как не отпускай, не отпускай пробел. Я не отпускаю, вот я подожди, сейчас... подожди, у тебя есть перк лазания по стенам?
Там где-то должен быть, сейчас, подожди, какой-то... Он что-то типа лазание по стенам или как-то какая-то хрень такая. Сейчас, подожди. Так, падение. Перепрыгивайте врагов. Вот. Вот, смотри, тик-так. Ну, уровень ловкости 13. Он, видишь, это, короче, навык ловкости, предпоследняя строчка, где 3. Вижу, там вижу. Челик такой на стене висит. Вот. Позволяет бегать по стенам и другим плоским поверхностям даже после прыжка. Чтобы использовать, нажмите пробел и вперед. Рядом со стеной. У меня, видимо, это просто случайно каким-то образом получилось. Ну, странно, что ты у тебя получилось это вообще сделать. То есть, ну... Я тоже удивился. Ну ладно, нам все равно дальше идти надо. Как я выгляжу со стороны? Сейчас, подожди. Так. Когда-нибудь я точно сдохну. Сейчас, подожди, вот так вот. Вот так вот. Я заскриншотил, покажу потом. Просто я не знаю, он у меня выглядит как, знаешь, как просто ползет так по стене, скатывается. Да, да, прям именно как там. Как лягушка. И у него еще так это, знаешь, начинает ветер такой в голове, такой прям шшш, пока он не доползет. Пойдем. Я тут. Так, найдите крепость Джеффа за станцией. Ой, их там. У меня молотов даже нет. Вон крепость, он там что-то болтает. Говорит, уходите. Так, я взобрался. Угу. И что, поговорите с ним? Внизу. Здрасте. This is the Fort Jefferson Tower, and you will address me as Commander Jeff. I make the rules here. Is that clear? У тебя борода тоже у него лагает. Ну да, да, this is Jeff Field. Сквозь текстуру. Jeff Land. Jeffertown. New Jeff City. Look, Jeff. Commander Jeff. There's an emergency. The gas is out all over the city. Oh, yeah. That was me. Will you shut off the gas? Installation of the Fort Jefferson Apocalypse Wall required a temporary interruption of the civilian gas supply. But I'm all ready now, so you can turn it back on. I think that's going to be your job. No can do. I'm too critical to base operations. We'll have to send someone who's expendable. Commander, I'd like to volunteer. You're a good man, whoever you said you are. I hate to lose you. Now, go open the quadrant allocation valves, plus the primary distribution gate. Then report back to me, and I'll restore the city main pressure here. Hey, if you don't... Какие-то здесь все погибнуты, как они все здесь живут. I can't wait to see this thing work.
Так, откройте, закройте, сделайте. Давай я на верхний пойду. К верхнему. Или ты к верхнему? Давай, я пойду вот сюда. Так, ладно, ты к верхнему идешь, я тогда к нижнему пойду. Так, там боевой стоит. Сейчас немножко опыта. Он что, ругнулся матом, что ли? Чувак. Да он как-то типа мать твою, что ли, не послышалось. Ну, они могут. Если еще ворочается. Что-то я не понял, я чуваков поубивал, а все понял. Thank you. Some people are worse than biters. Да блядь, да иди нахуй! Блядь, сука, уёбище! Дай мне, блядь, вентиль покрутить, говно. Пиздос. Блин, у меня вентиль на горе. Теперь мне туда взбираться каким-то образом нужно. Блин, я какао хочу. У меня нет какао. Блин, я тоже захотел. Так, я к другому пойду. Так, внизу. Он говорит, что он внизу. Где внизу? Черт. Я разбился, ты до меня не добежишь. Тут бронированный стоит чел. Такой типа. Так, как к нему попасть? Сейчас я ему туда гранат накидаю. Так. Успел покрутить его, оказывается. Бегу обратно. Еще два моментика.
Еще один остался. Я тоже в ту сторону. Если... Смысл? Да я что-то его как-то бью, а ему вообще по барабану. Вот этот зеленый. Загрузим. Давай попробуем. Груз с другой стороны. Я знаю, просто я успел немножко нормально. The local valves plus the primary gate. Uh-huh. What about the ballast lines? Wait, the what? Flaming flatulence. Do I have to tell you everything? Obviously, you have to close all the valves on the blue line to keep the pressure balanced. Now hurry up, or we're going to be leaking more gas than Grandma. Так, один ящик успел раскрыть. This is it for you. Вот, надо здесь посмотреть, что у меня. Помнишь, он сказал, да. Чтобы проверить? Помещение, походу. Ну, да. Так. Стало не попасть. Это тоже. Так. В смысле, не попасть?
Finally. I was getting worried you weren't coming. You keep pumping red smoke in the air, you're gonna have all kinds of visitors. Red's all I had left. Anyway, you're here, so it did the job. Give this envelope to Aziz at the bit. Red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether, phenyl nitrate. Geez, not exactly grandma's recipe for Christmas cookies. Lena, this is Crane. Are you there? Crane, it's a man. Lena's tied up. Can I help you? Someone just gave me a grocery list with red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether, and phenyl nitrate. Закрыть синюю линию. В вентиле синие линии. Maybe I should put this guy out of business. Actually, if you detect phenyl nitrate, it's a laboratory disinfectant that we completely operate. Want me to pick up the shopping list? Definitely. Find me the tower. I've got an idea that should throw a monkey wrench into the operation. Red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether, phenyl nitrate. Geez, not exactly grandma's recipe for Christmas cookies. Commander. Ой, Скач кидается. Вот тачка. Что тачка? Там что-то было. Давай вылазку в туннель сделаем. Так, давай. Готово. Так, это нам куда? А чем вот желтые, например, отличаются от... Какие желтые? Зомби. Вот бывает, бывает вот желтые, красные. Стрелочки. На карте? Да, на карте. А, ну, красный, значит, он за тобой бежит. Желтый, он, значит, короче, ну, тебя не может найти. А если он вообще отображается, ну, то есть, видишь, обычно бежат, они обычно, а, типа, которые отображаются, они бешеные. Ну, там не бешеные, в плане, что, допустим, вот эти вот сумасшедшие, которые бегут, они отображаются и... Ой, блядь. Он убил его. Не успели, он не успел. Вот кусаки вот эти ночные. Че, ты видел, он встал снова? Он такой, это только начал падать, еще то обратно встал. Так, и чё, где моя награда? Ну, типа его убили, поэтому нам награду не дали. Ой, здесь какой-то ящик, сейчас, подожди.
Тиджи 2 дауна. Этом. У тебя... Это мачете такое зеленое, это у тебя яд или что получается на нем? Да, нет. Это темный мачете. Нет, это он сам такой. Гоняют, а потом падают от них и умирают. Так, идите на базар, найдите Азиза. Азиз. Алло. Чьи-то колешницы какая-то. Где этот Азиз сраный? У меня еще привычки нету постоянно, ну, использовать это выживание, чтобы... Ну, используй, потому что это хорошая привычка. Она вот очень нужна. Где этот Азиз вонючий? Наверное, он там. Вот он. Какой-то лох. А, вот смотри, записи. А, ну это он был. You Aziz? Ryan sent me. What happened to Assam? What do you think? You guys take a lot of chances out there. Look, I've got everything but the phenylnitrate. And you don't have what I need, and that's not gonna cut it with Ryan. What can I do? The courier wrecked his car in the tunnel last night. He's with Assam now, and your phenyl nitrate is stuck in the trunk of his car. You wanted to go get it, because there's no more in Harran. That's the last phenyl nitrate anyone's going to be seeing. What's his car look like? White, I think. That's all I remember, white car. So you're really going to do this? Ryan doesn't like to be disappointed. You must be pretty tough. If you don't die doing this thing, I just might have an opportunity for you. Что это за горилла такая? Где я горилла? Вот. But do this thing for Ryan first. У вас жир с боков свисает. Не только с боков. Жирный, фу, пассажирный. О, здесь что-то оранжевое. А, статуэтка смотрит. Да, где? Вот где я стою. Угу. Гурка зомби. Ну, это коллекционный. Типа, соберешь все из всех и получишь. Нихуя. Ачивку, например. Смотри, крыса дохлая лежит. Вкусная, наверное. Угу. Ой, животное. Райс. Они что, в Андромеду все играли, что ли? Райс. Райс. Ой, не, нам не надо к ним. Райс. А как у него было в книге? Райс. Блин. Алек Райдер, да? Не, Алекс Райдер это. Нет, Алекс Райдер это их батя. Скотт и Сара. Скотт и Сара, блин. Да. Я прям Сару вспомнил, а Скотта нет. А вот, блин, как же, подожди, этого... Рейс, да. А как же Рейс? Рейс на Вейн. Как я могла быть позорище вообще? Такое позорище. Как я могла его забыть? Это же Рейс. Видель.
вот. Видали? Печеный, надо сюда попасть. Вот она, походу, это видите? А, надо же тачки шерстить. Так, я какие-то химикаты нашел в одной тачке. Это не те химикаты, это не сюжет. Ну, скорее всего, вот в этой тачке надо ее теперь вскрыть. А, лежит парень. А, нифига. Блин. Вот, скорее всего, вот в этом автобусе. Нет, вот здесь в этой тачке, походу. По крайней мере, она еще не скрыта. А, ясно. Наверное. За пинок по одному опыту дают. Если я рядом, то, по-моему, за то, что ты уже там, ему тоже дают. Вот хорошая машина, взлом очень трудный. Так, сейчас подожди, починить. Знаешь, что смотри на? Чё? Вот, у меня пистолет просто в двух тачках. Вот у меня его. Спасибо. Так, там еще одна нет. Идите к туннелю, найдите его машину в курьера. К другому туннелю, походу. А, наверное, да. Вот этот звук такой, этот дрынь, как в этом, как в Прее. Так, подожди, у нас нарисован этот же туннель. Чем рофл? Нет, другой. Да тот же туннель, видишь? А, вижу, да. Теперь да, я только из зоны вышел. И... А нет, уже другой, соседний. Мы сейчас пробежали уже в другом туннеле, видишь? А, блин. Куда он делся? Не знаю, но кто-то тут взорвался очень так смачно. А, он улетел. Сзади стал, сейчас я его убью. Там большой чувак. Я не вижу. А вот и белая машина, походу. Пустая. Come on, I got your phenylnitrate. Oh, fantastic. Bring it here. Fantastic day. Oh, как это написано? Thank you.
Про зомби скакать 30 дают. Мне 20. Да. Ну, типа, именно по зомби скакать. Да, вот именно, когда отталкиваешься от зомби. Кого мне мою награду забрать? У меня до сих пор здесь висит награда. Челика. Странно. Четыешь. Мандемс есть. Блин, одни ножи. Ну зачем мне ножи? У меня одни топоры. Три топора, блин. My prices are more than fair. Good to see you in one piece. One piece. There he is, the best runner in the zone. Так, иду. Yeah, Ryan's not gonna think so when I get done with him. I've got a better idea. Bring him this instead. It's the Alavon, a sleeping aid. Let him cook up a batch with that in it. It'll send Rise's goons off to Dreamland. I don't think Rise will like that. Probably not, but they could use the sleep. And there's no more phenyl nitrate, so I guess he's out of business either way. And I like your thinking, Amon. Этажом выше. Raheem? Raheem, what are you doing up here? Hey, Crane. Can I trust you? How much you had to drink, kid? Can I or not? Yeah. What's up? See that skyscraper? Блин, по-моему, случайно сюжет начали делать. And then running missions at night? We could totally do that. So I'm thinking, if we planted some explosives. Oh, Jesus, Raheem, you're not still on that. Crane, we have to do this. As long as that nest is there, we'll never be able to gather up enough antis. It would work. We make a good team. Ah! Shit, oh my... Ah! Don't drop me! Don't drop me! Oh, fuck. Алкашня. See? Told you we make a good team. От газировки разнесло. Look, Raheem, we don't have any explosives. I mean, none. The closest thing to what you're talking about are Spike's firecrackers. That's impossible. You don't know what it's like. All I can do is watch. Sit on my ass and watch everything happen and do nothing. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. If I go out, I'd rather go out doing something. What's this? I was set to fly out on Sunday. They quarantined us on Thursday. I already had my bags packed. I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen. Whatever. Не грусти. Надеюсь, спрыгнуть можно, интересно? Ну, спрыгни. Сдохнешь.
Наступает ночь. Что, ночь? Ты чё? Ты спрыгнула? Да. И ты кошкой дальше, да? Фу, блин, нет. Как ты здесь оказалась? Ну спрыгни, узнаешь. До свидания. А, понятно. Ладно, пойдем. Так, давай включим задание. Какое? Волоска нет, в, ну... Волоска в туннель так и идет. А, ну да, верните пакет, блин, так, и вернитесь к Джеффу. А где у нас Джефф? Ну-ка, ткни на Джеффа. Он, по-моему, у нас где-то... Это полный газ. Вот. А, это Дован, он там, хз. Да. Давай вылазку в туннель сначала. Готово. А здесь что, тоже можно что-то сделать? Подожди, тут Джефф. В смысле? Если здесь было что-то... Ну, вон здесь, видишь, серое. А, так это основной сюжет. А, это все еще сюжет? Раися. Рашка, парашка. Постоянно фонарик выключается. А у меня тоже. Постоянно выключается, блин, это бесит. Так, тут амбионс, но мне полы выключаются. Тьфу, блин, вскрывать. Мы с тобой все бессмертные какие-то. Блин, может погоню устроить? На. Прям у нас так и увидел. Бедный. В лицо получил. Фонарем. А что у нас в этом доме? Ой, меня кто-то запалил. Да, меня тоже. Что там, типа, был маркер? Да вот здесь он. Так, самолет, самолет. Я не вижу. Самолет, вон, он уже скинул груз. Побежали? Ну, конечно. Я через туннель. А, закрыто. Так, ну я дошла до ящика. Сейчас я как-нибудь до тебя дойду. Выска в туннель, убейте головореза. Вот они, головорезы. А, они там уже на кого-то напали. На кровосос, наверное. Сейчас я до ящиков дошел только.
бы его обратно к тебе. Ну, может, их это? Надо их луком, чтобы кровососы не услышали. А у меня стрел нету. Но у меня есть 35 летательных ножей. Да? Гаси, они отражают. Летательное оружие, непонятно, как работает. В смысле? Ну, я вроде в него попадаю, а он не умирает. Ну, даже не фиксируется этот урон. Но он должен отшатнуться и такой, типа... Они отражают. О, видишь, такой гвоздодер такой. Блин, не делал. А почему я твои стрелы? А, вот подобрал. Вот затяг такой гвоздодер. Сейчас. Так, убейте глаза галактики. Сейчас, подожди, я его надену. Не всех убили, наверное. Ладно. Благо на ходу можно есть. В смысле, лечиться? Ну нет, просто, ну да, и лечиться, и жрать. А вон и настоящий. Ryan, it's me. I got your stuff. Open up. Thanks. They were just about to torch this place. Who were those guys? Competitors. There's no more phenyl nitrate left in Haran, so they were hoping I'd got my last order. Guess this is gonna be my last batch. Take some advice. After you finish your deal with Rice, why don't you go somewhere else? Don't stay here. Way ahead of you, pal. Непонятно. Что-то он там варит, но что варит, непонятно. Чё прям у нас на голову ходит? Так. Бинокль или полный газ? Давай полный газ. Не, бинокль мы не смажем, потому что бинокль-то надо так уже по всем вышкам ходить. Так, что такое? Почему у меня фонарик выключился? Как говорят, просто так от балды фонарик. Он, видимо, после квестов тогда. Катсцен точнее. Блин, тут, короче, залазить наверх. Далеко. Обход топать, падло. Так резко посветлело. Ага. Или может это через туннель можно пробежать? Через это. Вроде бы можно, я не знаю, там наш друг ходит. Да пусть ходит. А, все, это они испугались рассвета. А, вон он мчали свежо. Ну,
open the main pressure gate. Then prepare your eyes for a feast of controlled pyro combustion. Now, I think I should watch this from a distance. If you insist, you got 10 seconds. Что будет интересно? Не знаю. Я не знаю, куда надо залезть. Прикольно. Ой, они такие тут... О, как мне повезло. А ты совсем... Да, я тебя не могу воскресить, ты совсем подох. Лол. Да, это я вовремя отошла. А меня зареспавнило прям рядом с зомби. Я прям, когда повернулась, видела, как ты отъехал. Сори. Я не знала, на самом деле, я не делала это просто. Так, а что у нас там в заданиях? Сейчас я найду безопасное место, посмотрю, какие у нас там задания. А, осталось только минутка. А еще побочечки, побочечки. Так, побочечки. Вот есть побочек. А вот здесь и дом интересный, вот где я поставила отметку. Там есть побочка и дом. Давай. Чай хочу. Бар. Так, пить хочу, я прям умираю. Не могу всю жопу поднять от игры. Важнее. Умру, но доиграю. Так, что я... А, всё. Правильно. Просто дальше. Я не туда посмотрела. 200 метров. Зона карантина. Вот в эту зону карантина. Давай, значит, зона карантина, сложность трудно. Вот, короче.